Заключительный ролик по ястребам. Штат Амбарина, регион Западные Гризли. Давно приметила это местечко, когда охотилась здесь. Неподалеку от озерца Кэтил Понд, на возвышенности рандомно спавнится ястреб. Со стороны озера эта точка хорошо просматривается. Место спавна активно с 5 утра и до 8 вечера, но спавн птиц не гарантирован. То есть полный рандом. Желаю удачных поисков!